Anybody else? Wait a second. Canyon, you'll see this side's a lot more beat up because this is where all the water is being forced inside. We'll have that same shattered pattern here on the walls. But also, a lot more happens on this side. We'll get a lot of people that write their names. There's bullet holes. Тоже немножко посветлело, потому что солнце уже побольше. Когда мы шли туда, такой красоты. Тут было все более темное. Сейчас уже почти 11 часов, поэтому солнце стоит уже высоко. And this year is where the canyon starts to narrow and also darken. We'll get more light further up the way, but so we're going into the dark part now. Okay, so. Женщина вообще в сарафанчике стоит. Вот он уже видит. Почему мы так долго шли? Солнце все-таки падает. No picture. Мы же по песку все ходим, поэтому многие здесь закрытым ртом ходили, перевязали вот платками. Нечто. So in about another 5 minutes we're gonna. Не хотят еще. Так, садимся на машинку и едем в дырочки.
все выходим. Боже, как красиво. Спасибо, спасибо, спасибо. Удивительно. Какая красота!